Все оттенки осени можно увидеть в Развилковской библиотеке. Традиционную ежегодную выставку детских творческих работ в этом году назвали «Осенний калейдоскоп». Здесь представлено более 40 творений юных жителей поселка Развилка. В этом году преимущественно приняли участие в этой выставке наши детские сады. Это детский сад «Кораблик», «Золотая рыбка» и детский сад «Сказка». Эту выставку мы очень любим, ведь осень, она считается унылой порой, но, как говорится, не в нашей библиотеке. У нас в библиотеке осенью всегда ярко и красиво. Большая часть работ выполнена из природного материала – шишки, листья, желуди, различные семена, дерево. Есть также живопись и необычные предметы декора. Вот такого интересного ежика с иголками из семечек сделала с родителями Амина Ким. Мама смотрела на ютубе и сказала, что можно сделать вот такую поделку. Выставку посещают все гости библиотеки от мала до велика. Многие из них настолько вдохновляются увиденным, что непременно хотят повторить нечто похожее дома. Я хотела бы сделать с мамой и папой и как-то с котом на зонтик и еще корзинку, которая там что-то падает с корзинки. Полюбоваться работами можно еще в течение недели. Не забудьте захватить с собой маску и перчатки.